Всем привет, с вами Лофер, и сегодня я вам покажу офигительный мод. Не обращайте внимания на то, что я Скорпион. Пойдемте. Многие из вас играли, наверное, в Saints Row 4, и там была всеми мной, блин, в том числе и мной, любимая дабстеп-пушка. И не можете себе представить, как я был рад, найдя эту фигню в Скайриме. Были очень много вариаций этой пушки, в том числе и с музыкой, как в Saints Row, но они сделаны были не особо качественными, именно поэтому я выбрал самую лучшую, с немного другой музыкой, но тем не менее офигенную вещь. Я прибыл к каким-то грабителям, и сейчас я вам покажу действие этой магии. Ау! Все? Что ж, музыка прикольная, хотя и не любитель. Я не особо любитель дабстепа, но мне эта песенка понравилась. Я не знаю, песня, трек, как они это называют. Все горит, горит достаточно долго. Да, блин, офигенная музыка. Можно просто побегать, пофаниться, поподжигать все на свете, то, что вы хотите. Не знаю, вроде такие моды должны быть. А, если вы подумаете, что она полностью имбалансная и лишь мешает Скайриму, вы правы. Убивает она с одной секунды, наверное, с одного удара, если так можно сказать. Сразу же моментальная смерть. Я не знаю, почему такое происходит. Что ж, так. Сейчас я покажу, как его найти. Найти его надо в конюшнях Вайтрана. Не поверите, да? Вот конюшни, вот Вайтран, вот конюшни. Вот конюшни. Мы, не обращать внимания, если кому интересно, откуда мне такие красивые текстурки и дома, можете пройти в описании и посмотреть предыдущий обзор модов на тропический Скайрим. Давайте зайдем в этот дом. Блин, это проблема. Ща, все будет. В прошлый раз замок был не нужен. Окей, все. Мы входим в дом. Пока нас не убили, давайте сразу покажу. Вот этот дом, заходим сюда. Здесь лежит, помимо этой книги, вот здесь будет лежать еще одна книга. Вы ее берете, читаете, и у вас в магии появляется дабстеп спелл. Все. И вы наслаждаетесь. Советую брать его в одну руку, потому что если взять его в две руки, сами послушайте. То есть идет две разные... То есть мелодия одна, но она начинается с разных мест, и получается очень не круто. Все. Что ж, с вами был Лофер. А, кстати, небольшой анонс. Скоро сделаю... Сейчас, секунду. Скоро сделаю такой обзор всех персонажей из Mortal Kombat, которых я смогу найти. У нас уже есть Саб-Зиро, Скорпион, Шанг Цунг есть. Шанг Цунг. Стрёмно сказал, да? Но тем не менее. Шанг Цунг есть. И сделаю такой небольшой версус, кто из них круче, кто из них чем, что умеет чем умеет заниматься. И, в общем, надеюсь, должно быть круто. С вами был Лофер, Скорпион. И пока-пока.